Здравствуйте, меня зовут Хачатурян Анна, я работаю журналистом в России сегодня, в «Спутник», международный отдел. Буквально недавно я присоединилась к инициативе The Future Armenian, и я искренне призываю всех людей также присоединиться к инициативе, потому что подобные вопросы требуют большего освещения, большего участия, и лишь в этом случае вопросы и проблемы определенные могут быть решены. Поэтому переходите по ссылке thefuturearmenian.com и присоединяйтесь к инициативе.